Много следов. Наверняка поисковый отряд. Бри сказал, инструмент его жены нашли тут. Поисковый отряд решил, что тело Калаи, скорее всего, унесло рекой. Но упав отсюда, она застряла бы в старом дереве. Мне кажется, она не упала. Надо осмотреться на мысе. Что-то не сходится. Похоже, поисковый отряд прошел по следу под каменной аркой. Наверное, это путь на мыс. Обломки. Должен быть другой путь наверх. Похоже, Калая и поисковый отряд просто забрались на утес. Сломано уже давно. И почему мне кажется, что пройти по этому следу будет непросто? Старая тропа Утару. Похоже, здесь начинался обряд открытия. Завалено. Наверное, обломки моста. Похоже, обвал произошел очень давно. Может, из-за бури. Если Калая добралась до вершины, она хороший скалолаз. Она не могла упасть отсюда.
Наверное, это и есть мыс. Похоже, Калая что-то делала на том каменном столе. Надо осмотреть его. Песня долины. Такое ее увидели первые утары. Цветы перетерты в краску. Наверное, это было частью ритуала Калаи. Надо осмотреться. Визор поможет понять, что с ней произошло. Тут побывал поисковый отряд. Мы топтали, следов Калаи не найти. Тут что-то есть на лепестках цветов. Возможно, это краска Калаи? Похоже, след остался. Поисковый отряд его бы не заметил. А вот мой визор справится. Это след краски. Похоже, он ведет вниз с края утеса. Бри говорил, что это часть обряда открытия. Отметины выглядят старыми. Похоже, Калая свою не оставила. След краски обрывается, и ветки обломаны. Нужно посмотреть поближе. Ветки были сломаны недавно. Это следы борьбы? А здесь что-то тащили. Похоже, след уходит в заросли. Визор проведет меня по нему. Два тела? Одно из них, наверное, Калаи, а второе чье? Калаи. Отметины на шее. Ее душили. Но я хотя бы верну ее мешочек Бри. Убийца пыталась столкнуть Калаю с обрыва, поэтому поисковый отряд нашел инструмент у реки. Но Калая сопротивлялась, и убийца задушил ее и притащил сюда. Что ж, теперь ясно, как погибло убийца.
Помогло. Мы еще повоюем. Только этого не хватало. Она не выдержит жара! Thank you.
Ловче не один. Только этого не хватало. Я не сдамся. Это мне точно понадобится. Отнесу в песню долины. Может, Фейн и Келл смогут его опознать. Запас лишним не будет.
Но я не знаю, как подняться. Сейчас мне туда не добраться. Место для отдыха. Должны принять увядание племени Утан. Весь воздух пропитался ядом, уж поверь мне. Пусть тебе светит солнце. Ты в порядке? Это хорошо. Получил весточку от тем, кто света пустоши? Тенак пропали. Слышал, теперь в нем поселились озеран с востока. Все мы скорбим о гибели Калаи, но... Семена Калаи? Ты нашла их? Бри, Калаи не падала. Ее убили. Что? И я поднялась на мыс и нашла Калаю и тело той, что убило ее. Не может быть! Поисковый отряд проверял, там ничего нет. Тела лежали на отдаленном пустыре, вдалеке от места поисков. На нее напал ловчий, когда она пыталась спрятать тело Калаи. Кто она? Я надеялась, вы узнаете. Я принесла ее мешочек. Это семена Лины. Ученица Кел. Не понимаю, зачем ей это делать? Стоит спросить Кел. Но она... Эй, ты! А где Кел? Ушла через восточные ворота час назад. Ушла домой. Ветер лета. Она сбежала? Нужно судить ее! Я ее поймаю. Где это место? Ищи разрушенное поселение на южной границе. Она родилась там. Мы возьмем охрану и встретим вас там. Наверное, это ветер лета. Но где же Кел? Вот и Кел. Что она держит? Is it?
Значит, все уже знают. Когда ты пошла на утес, я поняла, правду не скрыть. Ты смотрела в глаза мужу убитой тобой женщины и говорила, что надо жить дальше. Я не хотела, чтобы это произошло. Так зачем? Калая сеяла семена раздора. Хотела, чтобы Утара ушли из песни долины. Покинули свой дом. Если бы люди поверили ей, это было бы страшнее любой болезни, любой машины. И за это ее убили? Таков природный порядок. Рост, увядание, смерть. Все в мире живет так. Деревья с корней не сходят, и я избавилась от угрозы для всех нас. Жаль, что до этого дошло. Дело сделано. Я заставлю тебя заплатить за совершенное преступление. Поздно. Двое умерли. И ты заплатишь за это жизнью. Мой выбор. Все это твой выбор. Нет! Должен быть суд! Правосудие ради Калаи! Она мертва, Бри. Это правосудие. Вот, возьми. Пусть это и мелочь. Спасибо. Мне не придется до конца дней гадать, что случилось с Калаей. Пожухлые листва. Трое Утару погибли. Ради чего? Признаю, я никогда не был тебе рад. Но должен тебя поблагодарить за то, что избавила нас от гнилого корня. Жаль, что все так случилось. Гнили больше нет. И новые ростки процветут. Я прослежу, чтобы с телом Кел поступили как должно. Я посажу семена Калаи в песне долины. Все благодаря тебе.